Добрый день, уважаемые коллекционеры и любители денег. Сегодня мы рассмотрим банкноты Узбекистана. Как вы видите, начнем мы с банкноты 50 тысяч сум 2017 года. Эта банкнота в прессовом состоянии имеет большой размер. Нравящая защитная полоса у нее. Герб Казахстана на водяном знаке и номинал. Оборотная сторона у нас выглядит вот так. Банкнота очень красивая, большая. И стоимость ее на аукционах начинается от 14 американских долларов в состоянии ОНЦ. Из пачки, не бывшие в обращении. Но эти банкноты уже замещаются более современными выпусками. И на смену предыдущему ряду банкнот у нас уже банкноты 50 тысяч сум 2021 года. Вот здесь серия АА у нас. Это первая серия банкноты. И интересный серийный номер. 0, 144, 667. Водяной знак в виде верблюда и номинал. Банкнота уже предыдущих. Но в то же время довольно симпатичная. А на оборотной стороне банкноты у нас изображена переливающаяся птица. Посмотрите, как отличается размер и дизайн одного номинала 2017 года от 2021 года. Самым крупным банкнотой в данный момент является 100 тысяч сум. И это современная банкнота 2021 года. Мы ее рассматривали в предыдущем ролике. Она тоже имеет очень красивый дизайн. Стоимость таких двух банкнот на аукционах от 30 американских долларов начинается. Понравилось видео? Ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Всем приятного коллекционирования. И до новых встреч.